из себя представляет вакцина «Спутник Ви»? Вместо того, чтобы вводить в организм сам коронавирус, ученые взяли аденовирус, который вызывает у человека легкие респираторные заболевания, и внесли несколько изменений. Как делают прививку? Укол ставят в мышцу руки. Вместо укола может немного поболеть. Редко наблюдается покраснение и зуд, но быстро проходят сами, без специального лечения. Можно ли прививаться переболевшим COVID-19? Как действует вакцина на переболевших, неизвестно. Такие исследования не проводились. После коронавирусной инфекции должен формироваться естественный иммунитет. Как долго он держится, неясно. Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья. С прививкой они ниже, чем с COVID-19. После вакцины формируется более сильный иммунитет. У 22% населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19, но и легкая форма – удар по организму.